Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни, это Шлык, и мы продолжаем играть в Batman Arkham Origins. Так, насколько я помню, нам надо идти... Куда нам надо идти? Нам надо идти к банку. Эй, зачем ты так прыгаешь? Куда нам в эту сторону надо идти? Да, был у меня опять перерыв, поэтому я малёха не... Нет, отсюда мы пришли. Отсюда мы пришли, а значит, нам надо идти сюда. Подрывной заряд. Ой, сейчас надо мне бы перевести Steam в режим... Вот так вот, чтобы не высвечивались все эти. А, вон, там через верх. Там вверху проделано. Может, управляемый бэткоготь тут куда-то можно? Или обычный бэткоготь? Чё-то я совсем нифига не помню. Или мы уже... А ну-ка. А, ну да, это тупик. А мне теперь вообще надо идти в банк Готэма. То есть мне, по сути, надо выходить из этой канализации. Я так понимаю. Так, ладно, тогда пойдемте на выход. Видимо, нам куда-то сюда. О. А, вот и все. Где лофт-то? 5 секунд. You were very cordially, cordially, cordially. You were very cordially invited to a party, and it will be a grand affair. Grand affair. Какие забавные зайчики. We do hope that you can come. You can come. You can come. We do hope that you can come to share in all the joy. Greetings and salutations, Batman. I'm Jervis Tetch, inventor, entrepreneur, and part-time haberdasher. You must be wondering why it is I sought you out. Well, I have an employment opportunity I'd like to discuss with you. Help me! Please! If you can hear this, he's going to... Don't mind Alice, poor dear. Her mind is all a flutter, and who can blame her after all she's been through? But I'll have her right as rain soon enough. Don't you worry about that. Бесшумный шляпник. Так, кодовая панель вижу. Там не глушилки часом. Ладно, давайте попробуем взломать кодовую панель. Магазин. Носите.
Почему ему безумный кот не нравится? Опа, магазин шляп. Слушайте, я не помню таких кодов, чтобы несколько вариантов было. Преступление совершается. Бегом, бегом, бегом. А где оно совершается-то? Ну, где-то там. Но это явно не то преступление. Ну ладно, разберемся и с этой шпаной. Блин, еще и стукнул меня. Да что вы так долго не вырубаетесь? Так, все, этих вырубили. И быстро за преступлением, которое совершается где-то непонятно где. А, видимо, вот тут внизу. Вот, видимо, вы совершаете, да, преступление? Это вы что, что-то украсть хотели? Блин, проще от них отпрыгивать, от этих. Да хорош уже меня тут захоп. Так, ну с тобой-то я теперь разберусь. Так, отлично, с преступлением разобрались. Да, здорово. Так, а нам вообще нужно в банк, так же? Это я тут так, походу, разбираюсь с проблемами в Готэме. Кстати, больше нигде вроде бы шпаны и нет. О! Ладно, будем драться по старинке. Ты чё меня пнул? Оу, yes. Наконец-то у меня это получилось сделать. Я не понимаю, почему вот эта штука не всегда он как бы ее делает.
подножка. Так, отлично. Вон там я еще кого-то вижу. А вы что вообще тут делаете? Обычная шпана нам вообще уже не представляет никакой угрозы. Так что тут можно спокойно, спокойно и не напрягаясь. Да, за них, конечно, маловато опыта дают. А, кстати, что у нас с опытом? Не-не-не. О! А, ну уже скоро будет еще один уровень. Замечательно. Блин, наверное, неправильно то, что я Бэтмену прокачиваю только ближний бой. А что у него еще есть? Управление. Это что такое? Вон тут всякие ништяки. А, не. Это у меня уже все прокачано. Вот, улучшение невидимый хищник. Вот, вот тут вот. Управляемый коготь. Деструктор. Улучшает бета-ранг всех типов. Короче, вот это тоже можно было бы... А ну-ка, дополнительное улучшение. Двенадцать и более дополнительный урон. Звуковой бета-ранг. Ой, ладно, фигня. Ближний бой, короче, решает. Мне так больше даже нравится. Так, я вижу шпану, кстати. Сейчас мы вот этого вырубим, если он, конечно, не зайдет. Вот же говнюк, а. А мы по стелсу его добьем. Эй, ты как услышал вообще? Так, ладно, у вас тут всего двое, поэтому... Блин, ну ты со своей битой тебе делать нефиг, что ли. Знаете. Так, ладно. С этим разобрались, это можно вообще не считать. Но опыт нам нужен, так. Чего, тут тоже шпаны, что ли, есть? Или мне показалось? Ты что тут вообще делаешь, чувак? Ты как сюда один пошел? Попал. Мастер-мститель. Вон они внизу. А я не пойму, кто говорит.
Ну, с этими было легко разобраться. О, был вариант групповой добивающий удар сделать, но я его проморгал. Че, все? А, вон ты. Чисто с батарангов его. А, вон еще. Ну давай, давай. На тебе. Так. Ну, вроде бы все. Тын-тын-тын-тын-тын. Видимо, надо вообще по стелсу так проходить, чтобы больше всего опыта получать. Наверное. Преступление. Это, походу, вон. Ага. А, нет. Блин, ну куда ты их метаешь? Блин, да я же прожимал контрудар. Бэтмен, что ты такой нерасторопный? Так, ладно, с этими разобрались. Зато мы преступление проворонили, блин. Вот в чем косячок. Ну и ладно. Пусть полиция этим занимается, не все же нам. Где это та Анаки? Ну, явно не здесь. А, вон. Вот тут под этим мостом еще есть куча и за этой стеной. Так.
Так, ладно. С этими разобрались. Тыкс. Блин. А чё вот это такое тут светится красненькое? Может, это глушилка это самая? Нет. Закрытый блок данных. Шкафчик должен быть открыт. Ой, непонятно, чего это там такое. Дверь тут закрыта. Так, ладно, думаю, мы сюда еще придем. По квесту. А может и не придем, не знаю. Так, ну тут их всего пятеро. А, все. Даже не стали анимацию показывать. Но сейчас не получится удар в планировании. Офигенный удар в планировании сейчас был просто выполнен. Что? Ты с пистолетом? Да ты... Воу-воу-воу-воу-воу. Положи каку. Да блин, ну Бэтмен, вот этого убивай. Вот этого с пистолетом. Теперь вот этого. Там что, еще кто-то ствол взял? Да ты надоел. Так, ладно, короче, будем их обычно это... Ну все. Это было сложно на самом деле. Пока я не вполне понял, как разбираться с этими автоматчиками. Надо играть стелзом, так оно неинтересно.
Так, ладно. Ну эти без ничего, так что тут все будет легко, как говорится, и очень легко. А почему у меня счетчик сейчас сбросился? А, видимо, промахиваться вот так вот нельзя. Бамцк. Ну, нормально, в принципе. Так, ага, вон я вижу, куда нам надо идти. Вон уже заморгало там надпись. Не знаю, долетим ли мы туда. Думаю, долетим. Знаете, такое пикирование. Камера. А я лечу. О! Вот и долетели. Почему тут никого нет? Так, я походу уже на месте. Да, я на месте. Ага, и видимо вот это вход. Ну что ж, пошли в бан. Эй! Так нечестно. Может, в него тупо снизу надо заходить? Где вход в этот банк? О, чувак, здоров. Что там сказал? Так, ну ладно, раз тут есть эта шпана, значит... Я вполне себе на... На правильном пути. Да надоели. Ну все, с этой шпаной разобрались. Что-то такая прикольная боевка, честно говоря. Ну, конечно, это низкий уровень угрозы, все понятно. Непонятно только, где вход в этот банк. Ой, что-то я уже совсем далеко куда-то ушел. Какие-то тут замудренные локации. Хм. Это что ли? Да не, это просто тут, наверное. Ничего. Пипец, вот это здание, оно огромное. Так, давайте еще раз наверх заберемся. То я так вокруг буду бегать, да около, как говорится. 100-500 лет. Вон мне куда надо. Туда указывает стрелка.
А, видимо, эта дверь как раз-таки я правильно пришел к двери. Место преступления. Так. Дверь заперта. Так, а где же ключик-то? Почему нельзя это окно разбить и тут вот тупо туда залезть? Непонятно. Так, ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.